поиграть с вами в игру? Yeah. Вот в эту Pie's Face? Yeah. У мамочки. Серьезно? Yeah. Будем играть? Yeah. Ну, давай. Okay. Hello, everyone. I hope you're feeling well. I'm in a canal. Happy Kids Live. Hello, hello, everyone. Всем привет-привет. Уговорили меня девчонки, будем мы сегодня играть вот в такую игру. А также на нашем канале конкурс. А об условиях нашего конкурса мы расскажем в конце видео. А сейчас... Pie Face, Pie Sky. Открываем коробку. Yes, open it. Детальки. Это основная часть. Это, как это называется? То, на что будем стоять. Рулетка. И что-то очень красивое. Yeah, that's the holder. We're making a big tower, basically. Мы прям большую замок, башню делаем. Пытаемся разобраться, что здесь. Ого, смотри, какая она высокая получается. Одели мы все, почти все детальки. Сашка тоже уже все одела. Нет. Это вот идет с этой стороны. Осталось. У нас новый мальчик появился. Вот так, да? Супер. Наконец-то. Как-то прям сложно у нас получилось. Делать, да? Надо проэкспериментировать. Ничего, получится ли у нас ударить? Давай, Ринка, попробуй сильно ударить. О, получается. Итак, с кого начнем? А Ринка лицо? Ты сразу вступаешь, ты даже не хочешь. О, смотри, у тебя получается. А Ринка, тебе так удобно? Нет. Вот так вот, Арине просто супер. Сашка даже не захотела никаких делать, кто первый-последний, а Ринка первая, и все, да? Сашка, что тебе нужно делать? Вот у нас есть рулетка, да? И нужно крутить. Крути рулетку. I think it's good. Please, 2-1. 2-1. 1. Один раз. Итак, начнем с сливок. Yeah! Cream! This is really hard. Are you ready? Сашка, давай, тебе один удар. Yes. Yes. Сашка, ты тихонько ударила. Ну все, тебе... Okay, мням. Oh my god. Okay. Аринка, давай, твоя очередь. Аринка, ты три раза не попала. Вот это класс, Сашка. Ты везунчик. I hit still on the floor. Now it's my mom's turn. Может быть, без меня? No, come on, mom. Сколько там получилось? Three. Сашка, I let you have be first. А что теперь, так как три попытки нужно, три раза у меня, да? Mm-hmm. Да? Again, again, издеваюсь. Ай! Подожди, дай Сашке. Okay, нет, ты не хочешь со мной? Может, у Сашки сил поменьше? Attack. А сейчас я вам сейчас. Итак, я буду сейчас к
крутить рулетку. Три, три, я буду три. Так. А что, она нет? Она же подскочила, нет? Итак, попытка номер три. Мама, давай сильно. Нет. Как так? Вообще вам везет. Как так? У меня не получается. Давай желтый. Давай желтый, да. No. That's Сашка's turn now. Окей, Сашка, твой. А мама, не танцуй. Я тоже буду крутить теперь Сашке. Так. Два. Два? Ты согласна на два? Да. Один. Сашке один. Ready? Steady? Застряла. Еще один. Ну, что я делаю? Ребятку быстрее! Сашка, облизывай. Опять мама, это просто несправедливость какая-то. Давай. Один. Два. Не, ну, да, совсем неплохо. Окей, два. Два. Окей. С ума сойти. Так, кто сейчас следующий? Оринкина? Сашка, выбирай, теперь ты будешь. Оринка, я тебе сделаю. Давай, что твоя? I'm so Подожди. I'm so please not free. Wait. Подожди. Wait. Подожди, выскакивает эта стрелочка, не очень. Please, 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 please. Do. Two. Two. Okay. Сашка, ну давай, на тебя все надеют. Аринка у нас просто чистая. Your turn. Аринка. Okay, Сашка. Сколько? Пять? Один. One. Один. Еще один раз. Еще один раз. Should we do in rules? Сашка, да, Сашка хочет еще. Should we? Давай. А, смотри, сливки падают наши. Решили мы с девчонками попробовать еще что-то, кроме сливок. Есть у нас такие пирожные, не пирожные. Кексики. Да, кексики для праздников. Так как тортик. Практически как тортик, как пай. Да? Да, реально. Почему бы нет, да? Почему бы не попробовать? Я тебе первое это. Какой? Шоколад. А потом это, потом это. Аринка хочет вот такой вот классный. Держи, это хочет Аринка. Я вот это все тебе, да? Сразу четыре, все три положи. Да. Я хочу попробовать. Какой ты хочешь? Розовенький, да? Да, потом я кто, кто будет первый становиться? Подожди, Сашка. Два. Давай. Будет она. Тут главное сейчас, чтобы сам кексик не упал раньше. Два. 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 Желтенько два было. Я буду бить? Да. Ой! Я понятен. Можно попробовать. Тебя не попал? No. Нет, он упал. Можно попробовать. Подожди, давай еще раз попробуем же два раза. But does it hit? Like the cream would be better because you know like it would have fallen. Так, не шатай. Не могу поставить. Падает. Можно просто так. Сашка, давай твоя очередь. Я боюсь, мой упадет. Сашка хочет розовый. Потом смотри, как пахнет.
Очень красивый, очень-очень красивый. Ты не дергайся, ты дергаешься, и она дергается. Ты положи, ага. Не будем мы считать. Один раз. Или два. А может пять. Падают они, не хотят они никуда убегать. Падают они. А у нас столько кексов было, а они падают. Не угадали мы, да? А не рассчитали мы с вами с кексиками, но... Ничего, в любом случае интересно, правда? Да. Yeah. Mom, can you please close your eyes? We have a surprise for you. Yeah. Сюрприз для меня? Да. Yeah. Что я должна сделать? Закрыть глаза. Yeah. Okay. Let's open it. Let's open it. Oh, that's so yummy. Let's go. Как же все интересно, когда же мне уже можно будет открыть глаза? Что же мне девчонки такого приготовили, прям удивили? Открывай. Можно? Да. За что? Happy birthday, мама! Мама! С днем рождения, это вы меня поздравили? Спасибо! Сашке больше всего повезло, да? Вкусно? Вкусно, попробуй. А что мне? Что не Сашке? Класс. Что мне? Happy birthday, мама! Спасибо, мои... Вот такие вот мы все грязные, все сладкие, немножко... Как вам игра? Интересно с мамой играть? Yeah. Итак, а теперь о нашем конкурсе. Правила нашего конкурса ничем не отличаются от правил предыдущего. То есть, так как у мамы было день рождения, я хочу подарить вашим мамам подарки. У меня есть три подарка. Итак, а подарки — это тушь, лореалевские тушь. Три туши лореалевские, пишут, что они супер объемные. Водостойкие, классные, должно быть очень классно, продукция L'Oréal вообще в принципе хорошая, поэтому для участия в конкурсе напишите в комментариях дату рождения вашей мамы, а также поделитесь нашим видео, поставьте нам лайки, и у вас огромная просьба, не пишите дату рождения придуманная, ставьте действительно даты рождения ваших мам, потому что вот с Сашкиным днем рождения было такое, начали смотреть на дату выпуска видео и ставить ту дату, которая какого числа вышло видео, или приблизительно. Мое день рождения не сегодня и не завтра, поэтому ставьте действительно даты вашего рождения вашей мамы, и первым трем, у кого совпадет дата рождения с моим, мы отправим вот такую вот классную тушь. Поэтому если хотите сделать своей маме сюрприз, пишите в комментариях, подписывайтесь на наш канал Happy Kids Life! Happy Kids Life! И ставьте нам лайки, и всего самого хорошего! Пока, удачи всем! Пока-пока! Bye-bye!